Привет, я Александр Ленин. Сейчас будет песня, посвященная ядерным отходам в моем городе, Железногорске, Красноярского края. Никто об этом не говорит, ни одно продажное СМИ об этом не говорит, но я об этом пишу. И оборудование у меня, как видите, не очень. Вы сами видите, что я единственный, кто говорю о ядерных отходах, которые свозят в мой город. Надеюсь, провод нормально держаться. У меня даже нет денег на провод. Релакс. 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 Я забыл текст. Расслабься, это просто ядерные отходы. Relax. It's alright. Это просто ядерные отходы. Нет, там по-другому. Блин, забыл. Ладно. Relax. Just doing. Это просто ядерные отходы. Relax. Расслабься, это просто ядерные отходы. Да. Релакс. Это просто ядерные отходы. Релакс. Yes, это просто ядерные отходы. Релакс. It's alright. Это просто ядерные отходы. В моем городе свезенные. Мой Боже, слазит заживо. Мясо слазит заживо с миллионов больных от лучевой болезни. Это просто ядерные отходы. Relax, so fine. It's just nuclear scan. My city from Europe. Relax, just do. It's
just no players came on my city. From French Fork, he broke. Government have many money from this deal. Fuck you all, government. Горите, блять! Лучше бы болезнь сдыхаете вместе с простыми людьми. Когда это произойдет? Чтоб вы не успели на вертолете улететь, блядь. Чтоб вы пока оказались здесь случайно, когда это произойдет, чтобы вам было пиздец, как хуёво. Так же, как и нам, как и мне. И всем простым людям. Уроды, что получили деньги с ядерных отходов, чтобы вам тоже было хуёво, и ваши дети рождались мутанты, блядь. Было слышно хоть что-то из талонов.